Башкортостан вошел в пятерку регионов, где в прошлом году было выдано наибольшее количество автокредитов. Такие данные предоставило аналитическое агентство «Автостат» и Национальное бюро кредитных историй. Кроме того, по мнению экспертов, 2019 год стал рекордным за последние 6 лет по выдаче автокредитов в стране – почти 950 тысяч. Лидером по выдаче автокредитов по итогам прошлого года стала Москва – более 75 тысяч. За ней следует Московская область и Санкт-Петербург. Здесь услугами банка при покупке автомобиля воспользовалось более 57 тысяч человек. На четвертом месте Татарстан, а Башкортостан замыкает пятерку лидеров с показателем 42,5 тысячи автокредитов. Такому росту способствовала в том числе реализация госпрограммы льготного кредитования, считают эксперты. В последние годы эти госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне. Ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Так, в 2019 году доля просрочной задолженности свыше 30 дней по автокредитам составила около 8%. При этом за год она практически не изменилась. Представителям Национального бюро кредитных историй согласны и представители аналитического агентства «Автостат». Как рассказали нашему телеканалу, в 2019 году продано на 2,5% меньше автомобилей, чем в 2018. И если бы не автокредитование, то падение продаж было бы еще более ощутимым.